Сегодня у нас ревизия в магазине «Светофор». Заинтересовал меня вот такой гель для стирки. Кажется, что немножко жидковат. Цена 88 рублей почти за 3 литра. Эко-гель для стирки 152 рубля. Вот так выглядит. Ну, внизу какой-то осадок прям. Как будто камень какой-то. Мне понравились вот такие офигенные бульонницы. Прям симпатичные. Появился у нас еще вот такой странный порошок. 283 рубля за 9 килограмм. Не знаю, таким ранее не пользовалась. Если кто-то пользовался, дайте отзыв. Короче, есть еще тут такое крутое ведро. Не просто ведро, а ведро-стул. А ну-ка присядь. Нормально? Появилась вот такая куколка 269 рублей. Вот такой лизун появился за 58 рублей. Давно хотела показать вам вот такие чудесные креветки. Продают лед по цене креветок. И все упаковки такие. Вот посмотрите сами креветки. Капец.